Правительство должно смотреть на сектор природного газа не только с политической точки зрения, но и с хозяйственной, экономической. Очевидно, что энергетическая независимость – это приоритетный вопрос, но если говорить о затратах на содержание терминала, на то, что потребление газа сокращается, то государству нужно иметь долгосрочную стратегию этого сектора, заявил на встрече с главой Минэнерго Жигимантасом Вайчунасом президент Конфедерации предпринимательства Литвы Валдас Суткус. По его словам, наиболее рациональным вариантом для Литвы при решении вопросов содержания терминала было бы сделать этот проект региональным, вовлекая в него соседние страны. Вайчунас с аргументами согласился, но отметил, что эта задача комплексного характера и быстрых решений здесь не будет. Переговоры Литвы с Еврокомиссией о финансовой поддержке при выкупе судна-газохранилища будут зависеть от позиции Латвии и Эстонии. По словам министра, если другие страны Балтии признают, что Клайпед терминал является региональным, это создаст основания для получения финансовой помощи. В таком случае подешевело бы и содержание самого судна для литовских потребителей газа. Литва хочет получить от Брюсселя примерно 100 миллионов евро помощи. Латвия и Эстония пока в отношении терминала заинтересованности не проявляют.